Ребята, вот у нас неделю. Больше, да, неделю или неделя? Вот лежит такой в нашем микрорайоне. Шарпейчик. В нем потерялся. Видно, поводочек у него. Подкармливают его, пишут, что взять никто не может. Но, как думаете, взять его? Причесать, умыть. Что Маринка хочет, говорит, наверное, может взять. Жалко все равно. Давай с тобой подружимся. Эй, собак. Надо его причесать, помыть. Кушать будешь что-нибудь? Давай, пошли. Малыш. У тебя там что-то есть? Ничего нету. Так, ребят, ну что? Будем такой корм. Нас не осуждайте. Да, что было в магазине. Да, он дешевый, как бы, но хотя бы подкормить собаку. Там уже видно будет, если себе будем забирать, соответственно, корм будем брать. А сейчас пока такой корм. Да, проплан, наверное, остановимся. Или просто будет есть кашу. Как собаки любят. Вот, держи, Маришка. Я взял, соорудил вот у нас третий магазин. Карабин, веревочку. Соорудил такое подобие поводка. То есть, ну, сейчас посмотрим, во-первых, поддастся он, не поддастся. То есть, может быть, он сейчас вообще как бы зарепенится и никуда с нами не пойдет. То есть, характер. Я сказал, что тут, оказывается, он живет уже не то что неделю. Давненько, потому что хозяева бросили его. Хозяева были алкаши, походу. Вот, хотя, опять же, у него хорошая это, как она называется, не ошейник, а шлейка. То есть тоже непонятно. В группах, просто у нас есть группа, как бы именно по этому району. Там про эту собаку пишут уже давно, и никто ее взять не хочет. Собака крупная. Посмотрим сейчас, видно будет. Не открывается. У тебя же есть ножичек в этом. А уже про нее давно пишут. Да? И никто не берет. Да. Вот. Этим девушке хочу сказать огромное спасибо. Она вам корм дала также под камерой. Уже купили. Точно такой же. Тут что в пятерочке было. Я его этим цезарем накормила мягким. Лучше ест, да, ну, чем это этот? Ну, он и это хорошо ел. Но он, видимо, сытый, и воду пить не стал. Спасибо вам огромное. Да, ну, вам, пойдем, вам собаки. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Созвонились мы с ветеринаром, получается. Нам сказали, глазки ему, мы сейчас с форцелином. Завтра ему сделают полную диагностику всего, посмотрят, возьмут анализы. Ну, как бы такой парень, культурный, то есть сильно не рвет, не скажу, что прям вырывает. Ой, подождем, ждать. Команда вроде понимает, вот видите, глазик болит, получается. Ну, тут нам еще маленькая такая прибежала, маленький добербан. Он, конечно, такой парень крупный, килограмм на 20, наверное, ребят, потянет. Такой, как бы, крупняк. Что, посмотрим, что можем подлечить его. Завтра уже ветеринар скажет, мы сами-то, видите, не разбираемся, все равно. Надо уколы поставить, сейчас его поотмыть надо. Открыться, глаза ему промыть. Маришка ушла в аптеку за витаминами. Вот такой вот купили, получается, этот намордник. И такую шлейку пока что на первое время. Самое недорогое 200 рублей. И этот намордник 590. Девушкина помогает. Это бонифация, да, называется ведь у вас? Бонифация, да. Что вот, сегодня мы можем будет помыть хоть. А шампунь-то есть? Про него знали даже шампунь, девушки. Кстати, взяли, да, шампунь девушки, давайте сразу возьмем. Шампунчики от 100 рублей. Давайте какой-нибудь такой. Дешевый. Да, да, да. Даже девушки слышали про этого барбуса. Птички. Ну пока пойдем без намордника, пока его надо приучить.